Сколько я здесь пробыл? Злой дух ушел в ночь. Спокойная вода сторожит тебя. Да, слушай, я знаю, ты спас мне жизнь, и я... Но если ты забрал мой медальон, отдай его мне. Пожалуйста. Я ничего у тебя не брал. Наверное, река забрала его в обмен на твою жизнь. Слушай, за мной гонятся, поэтому я не могу остаться здесь. Хивакпа, река принесла тебя ко мне не просто так. Еще не время тебе уходить. О чем ты говоришь? Три кролика. Спокойная вода хочет трех кроликов. Кроликов? За спасение моей жизни? Ладно, три кролика. Где мои револьверы? Ты должен взять, Итазия, лук и стрелы. Ты выкажешь добыче свое уважение. Так научись. Можешь взять мою лошадь, если хочешь. Спокойно. Да где эта спокойная вода, про которую ты... Это здесь, Михека. Это я. Thank you.
Вот паразит заставил меня с этим чертовым луком возиться. Вот паразит заставил меня с этим чертовым луком возиться.
Плохой дух вернулся! Неси воду! Быстро! Очень хорошо. Вакпа помогает тем, кто помогает себе сам. Подойди ближе, Билли, свечка. Спокойная вода будет слушать твой рассказ. Остальное ты знаешь. Я должен убираться к черту из Техаса. Бежать? Почему не взглянуть в лицо своим обвинителям? Что? Драться с ними? С преподобным Рэем? Ты должен взглянуть своему страху в лицо, или он победит тебя. Если ты не станешь бороться с потоком, ты всегда будешь беспомощен. Что ты вообще несешь? Хуарес. Что? Ты должен выяснить, кто убил твоих родителей. И как это сделать, скажи на милость? Река помогает тем, кто не боится. Ты не понимаешь! У меня нет шансов! Меня убьют! Не каждый может принести перо из орлиного гнезда. Не хочешь попробовать? Я? Орлиное перо? Гнездо орла на вершине Орлиной горы. Где? Посреди озера, глубоко в лесу, есть скала. На ее вершине гнездо священного орла. Взберись на вершину и возьми перо. Докажи реке, что ты не боишься. Ты хочешь орлиное перо, я его тебе принесу. Но доказывать я никому ничего не должен. Оставь лук. И отправляйся в путь безоружным. Возьми с собой только храбрость.
Это еще кто? Стоп! Нет! Нет! Привет, парень! Тьма. Вокруг меня только тьма. Мой путеводный свет. Он покинул меня. А был ли он? Я иду по следу похитителей. Мне ничего больше не осталось. Они сплавляются по реке на плоту и редко делают привал. Но через несколько миль река войдет в каньон и вспенится. От этого места начинается тропа контрабандистов, ведущая в Мекку.